С начала года в Туве с заявлением о получении ежемесячной выплаты на второго ребенка обратились 22 семьи. В нашей республике размер ежемесячной выплаты составляет 10 347 рублей. Пенсионный фонд России по республике Тыва сообщает, если семья обратится за получением ежемесячной выплаты в течение 6 месяцев со дня рождения второго ребенка, то выплата будет назначена со дня рождения ребенка. В случае, если заявление будет подано по истечении 6 месяцев со дня рождения второго ребенка, то выплата будет назначена с даты подачи заявления. Напомним, с 2018 года начали действовать сразу несколько новых мер государственной поддержки семей с детьми, введенные по указу президента России. Одной из таких мер являются ежемесячные выплаты на второго ребенка и средств материнского капитала нуждающимся семьям. Для семей, желающих получить средства материнского капитала наличными, очень важно вовремя подать заявление в территориальный орган пенсионного фонда. Если семья обратится за получением ежемесячной выплаты в течение 6 месяцев со дня рождения второго ребенка, то выплата будет назначена со дня рождения ребенка. В случае, если заявление будет подано по истечению 6 месяцев со дня рождения второго ребенка, то выплата будет назначена с даты подачи заявления. С начала года в Туве с заявлением о получении ежемесячной выплаты на второго ребенка обратилось 22 семьи, 15 из которых уже получили ощутимые суммы выплат с учетом доплаты за прошлое время, то есть с даты рождения второго ребенка. В нашей республике размер ежемесячной выплаты составляет 10 347 рублей. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 26 копеек, евро 70 рублей 56 копеек.